Друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Иду в школу в Эмили, так хочется сказать, в садик. Еще не привыкну, что у нас уже школьница. Она вчера такая: мама, мне надо еще портфель собрать. Я говорю: да я собрала, тебе уже иди. Что-то я погорячилась, надела футболку и шорты. Мне что, реально холодно, мне даже волосы дыбом на руках встают от холода. Ветер такой довольно холодный, солнце-то греет. Ну ладно. Школа находится не так далеко. Думаю, что не замерзну я в процессе. Как моя футболочка вам? Это футболочка, кстати, вот которую я последний раз в Стокмане покупала, детский вариант, на 1,64 м. Я, конечно, не 1,64 м, а немножко покороче. В общем, хочу сейчас съездить с Эмилией и Сандром. Они в одно время заканчивают в Тик-Курила. Сделать и Сандру проездной. Так что включимся уже в машине. Или, наверное, когда детей буду забирать, тогда я включу. Привет, это я. Кстати, школа закрыта. То есть не пойти в нее. Вот так вот. Эмичка хочет книжку показать, которую ей в школе дали. А, тетрадку. Да, вот зеленый по узкому туда. Сандра тоже зеленый давали. Вот такой, да? Вот такой учебник Сандр, кстати, потерял. Сандр, не твой учебник? Нет, у него желтый был. Сандра, тебе тоже дали новый учебник? Эмилия, к себе. Правильно, если кто найдет, сразу все видно, но у тебя не было написано. Ну что, пойдем? Стойте. Что случилось? Сейчас погасло. Сейчас погасло. Ой, это свечка. Мамочка, какой ты там мороженое купишь? Ну посмотрим, что там будет в магазине. Можно тебе это другое какое-то, вообще другое? Ну посмотрим. Попробуем. Попробуем. Так, часы обязательно ставить надо, сколько у нас? Сандра, на рюкзак. 13:40. Ну тут, кстати, если кто приезжает в Тик-Курила, если не знает, где парковаться, к примеру, одна из парковок есть. Как так сразу, как объяснить? Ну, да. Положи рюкзак. А что это такое? Сейчас покажу, как объяснить. В общем, я покажу, где мы выйдем. Она за Токмани. Туда заезжаете вовнутрь. И там будет парковка. Вот такая вот, вниз она. Она с улицы идет. Довольно большая парковка, но здесь паркуются те, кто тут живет, я так понимаю. А вот здесь вот 2 часа можно стоять, кто приезжает в эту, в призму. В призме мне не нравится парковаться, там так мало места. Так что, когда мы приезжаем на почту, либо куда-то, ну, на почту сейчас уже резко ездим, потому что все посылки приходят к нам в Аркиоск туда, по району. А так, да, здесь можно припарковаться. Когда вот здесь вот поднимаетесь, можно на лифте, можно пешком. Я покажу, где мы выйдем. Эмичка, ну, что, кепочку не взяла на улице, такое солнышко. Вот. Давай-давай. Горим. Мы сразу здесь выходим, мы сразу по призме вышли мы. Да? Ну пойдем, значит. Очки. Ну что, детвора получила свои брызные. Эмилия сейчас учится, нажимает окей. Это здесь есть потренироваться. Все, готово. Ну-ка еще раз покажи. А если тебе надо, на двоечку нажми. Так, окей. И теперь карточку подносить надо. И все, и Эмилия поехала. Это такой только старый. Хочешь тоже? Ну, типа поднеси. Нет, сначала выбери. Выбери. 2. Нет, надо поднести. Поднеси. Я уже не помню, что так давно ездила. Не, вот сюда. Подносишь, выбираешь. Вот так раньше было. Да, сюда подносить надо. И нажимаешь кнопочку. Угу. Молодец. Мама, если я... Это место денег? Да. О! Что такое? Не работает, написано. Ну что, все, пошли? А можно на двоечку? Покажите свои. Сандр выбрал себе зеленый цвет. Я оранжевый. А Эмичка выбрала оранжевый. Мамочка. Чтобы не перепутать, потому что у меня розовый. Там еще синий был и еще был фиолетовый. Вот сюда
тобой вот буду ездить. А сколько на нем ровно? 5 евро на нем. Чтобы ты не брал свой проездной. Это вместо денег? Чтобы ты не брал свой проездной, я свой. Мне твой не подойдет, у тебя детский проездной. У тебя дешевле билеты, чем у меня. Вот наши, в общем, наши вот билетики. Все это нам обошлось 20 евро. То есть сам билет стоит 5 евро. И я им положила туда еще по 5 евро на карточку. Ну, чтобы на всякий случай. Они все равно никуда не пропадут. Билет этот у нас, он детский с 7 до 16 лет. И у них он действует до 2026 года. И теперь, если куда-то Сандр хочет ехать или с классом, он может брать с собой проездной. Эмилии мы тоже сделали проездной, но она спросила, когда Эмилечке исполняется 7 лет. Я сказала, в октябре. И тогда, как только ей исполнится 7 лет, она сразу может им пользоваться. А когда в октябре? А чтобы 100 раз не ходить, что он у тебя уже готов будет. Как только тебе же уже скоро 7 лет, скоро исполнится, и сразу начнешь пользоваться, да? А когда в октябре? 24 октября. Сколько дней надо? Сколько дней? Сколько? Полтора месяца еще. Два почти месяца. Ну, долго, недолго. Скоро. А сколько это дней? Сандру, я не буду высчитывать сейчас дни. А мы едем домой. Быренька, а то сейчас папа приедет, а у нас есть не готово. Загорелся нам зеленый свет, уже потух, и мы выезжаем. Это сделано для того, что машины, которые едут к тебе вперед, то есть им тогда загорится красный, показывает, что кто-то выезжает. Все очень удобно, парковка, мне ее, они случайно сказали на почте. Сейчас я покажу, где мы выйдем, тогда вы сразу поймете, где мы находимся. Так, мне надо направо, машин как раз нету. Вот сразу здесь Тикурила Тервесаса, мы со стороны вот с этой, с левой.